Как выглядят новые деньги? Сегодня в оборот пустили купюры номиналом 200 рублей и 2000. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина объяснила, зачем на деньгах QR-код и когда новые купюры появятся в регионах. Эльвира Набиуллина представила россиянам новые деньги. Купюры номиналом 200 рублей и 2000 рублей запускают в оборот. Первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены. Это Дальний Восток и Крым. Новые купюры имеют защитные нити. Это уникальная технология, не имеющая аналогов в мире. Нити объединяют сразу несколько защитных элементов одновременно, и их крайне сложно подделать. На новых купюрах также появится QR-код, который будет содержать ссылку на страницу о художественном оформлении и защитных признаках банкноты. В Кирове новые деньги появятся ориентировочно в декабре.